Всем большой-большой привет, ребята! Добро пожаловать ко мне на канал, и сегодня я буду показывать мои покупки из магазина Second Hand. Ловите очередную порцию! Начать бы я хотела с вот этих вот брюк, и знаете, что мне больше всего обидно? Что я приехала на съемку в них и забыла их отснять. У меня такое бывает. В общем, это бежевые брюки фирма Topshop, размер 38, хотя они маломерят, они на меня на 34 идеально подходят. Мне нравится вот эта вот завязка на поясе. Наглядно их можете посмотреть у меня в Инстаграм, я не раз делала в них фотографии, я ими очень довольна. Вообще, вот этот фасон брюк, это моя любимейшая модель этого лета, да, у меня летом были черные брюки, этой осени. Сколько образов с ними создавалось, ткань, конечно, не натуральная, это полиэстер, но я прощаю из-за фасона. В них не чувствуется абсолютно никакой это вот колючей синтетики, очень приятный к телу и очень-очень классный вот этот вот завязочный верх. Сзади тоже красиво, пояс пришит вот таким вот перекрестным стежком, карманчики, обманки и длина. Они такие вот укороченные по щиколотку. Что касается следующих брюк, то я их вам тоже не покажу. Вы не подумайте, примерка одежды будет обязательно, немножко попозже это все снималось. Почему не покажу вам вот эти вот брюки? Смотрите, дело в том, что они куплены не на мой рост. Мне нужно будет здесь ушивать, я их взяла из-за вот этой вот части. Видите, такие вот а-ля под мех, и плюс здесь еще идет перехрестная вот такая вот штука красивая, кулисная часть на завязочках. Их можно, в принципе, подворачивать, это как замша внутри, то есть они очень крутые и очень классно будут смотреться. Единственное, что рост не мой, поэтому нужно будет отнести в ателье, чтобы мастер просто вот здесь вот, мы думаем, прихватил, я с мамой советовалась, мы решили, что вот если вот здесь, знаете, подвернуть, прихватить, в принципе, можно и самим, но... У меня сейчас просто физически нет времени шить вообще. Вот для DIY-а есть несколько уже вещей, несколько вещей в процессе, и я не успеваю закончить. Что мне нравится в этих брюках еще, так это то, что здесь высоченная посадка. И вы знаете, это черный цвет, высокая посадка, это очень придает силуэтности фигуре, очень красиво подчеркивает бедра, талию. Так что я ими довольна. Я обязательно перешью и потом покажу вам в лукбуке, как я применяла. И вообще, я очень расстроилась, мы с мамой были в секонд-хенде, когда мама была в отпуске, и мы стоим на кассе, накупили кучу шляп, а потом люди подходили, нас спрашивали, где вы взяли шляпы, когда мы примеряли их, а мы говорим, да там, на кассе висят, я не брала, мама выбирала шляпки, она принесла мне и показывает. И мы стоим на кассе, уже расплачиваемся, и я вижу такую шляпу, вот материал идеально вот такой вот, как вот здесь, на этих брюках, и такая цепочка красивая на этой шляпе. Я говорю, мама, как ты не заметила их? И она говорит, ты заметила, как-то не понравилась ей, а мне она безумно понравилась, и если бы я могла ее купить, я бы с этими брюками носила какой-то серебряный топ здесь, боже, вот эти вот брючки, но это было бы очень круто и очень стильно. Двигаемся дальше, и это вот шикарное красное платье. Согласно канонам, которые выдвинули Vogue к сезону 2018-2019, вот такая вот длина и фасон платьев считаются ультрамодными. Также отдельным пунктом Vogue сказали, что красный цвет набирает популярность. Поэтому я считаю, что вот это вот по платье идеальная покупка, это для моей мамы. На ней оно смотрится лучше, чем на мне, потому что у нас рост разный, и плюс... Ну, я такую длину ношу с опаской, потому что мне очень легко можно вот такой вот таким вот силуэтом испортить фигуру. Но, в принципе, мне нравится. Здесь не хватает аксессуаров, примерки, которые я вам показывала. Мне кажется, вот у меня есть одна куртка Wrangler, зеленая такая, вельветовая. Вот ее бы сверху накинуть и какие-то зеленые ботинки, либо, может быть, какие-то оранжевые ботинки. Ну, вот я бы в таком сочетании носила. Мне кажется, будет круто, мама будет носить. Думаю, она будет очень довольна этому платью. Хотя, это я говорила ее купить, мама не поняла. Я говорю, ну чем-то напоминает мне заровскую модель, но я на манекене видела. Но потом, когда мы примерили, да, конечно, и подкладка, и вот оно видно такое винтажное, ретро-платье, но очень качественное и очень крутое. Мне нравится расцветка, мне нравится фасон, я довольна. Мне нравится вот эта вот V-образная горловина, хотя я как-то, в основном у меня либо под шею, либо... как-то футболочного типа платья, а это вот V-образное, очень классное. Ой, нашла состав, я его полдня искалась, у меня когда готовилась к видео, и вот наконец-то нашла. А, нет, не нашла. Это не состав, здесь рекомендации, как мыть. А состав, вот видно, бирка обрезана, здесь была. Следующая покупка, это вот такая вот шикарная жилетка под винил. Вот эта вот потертость, это не из-за носки, она в идеальном состоянии, просто вот сама ткань такая. И когда мы примеряли, мне помогалась примерка
съемка примерки мой молодой человек, и он, зная мою любовь к продаже вещей, что я могу раз одеть и потом продавать вещи, он говорит, за эту жилетку ставь цену не меньше 3000 гривен. Я не знаю, почему у него такая цена всплыла в голове, но мне она очень нравится, она стильная, она под все. Ее можно, помните, в том прошлом видео показывала удлиненную белую рубаху. Вот вместе с вот этим можно носить. На какое-то базовое платье. Я бы даже, знаете, может быть, с костюмом брючным носила. На какой-то спокойный костюм однотонный. Сверху вот ее накидывала, чтобы придать образу пикантности. На какой-то, да, я не знаю, и осенью, и зимой, и весной, и летом. На что угодно. Просто вот я представляю в голове сотни образов. И это что-то с чем-то творится. Я не могу свои мысли воедино собрать. Очень нравится. Она такая вот в стиле косухи, но без рукавов. Следующая покупка — это водолазка базовая белого цвета. Кстати, если у вас еще нет белой водолазки, обязательно покупайте. В этом сезоне это вещь номер один. Итак, от Hilfiger я ее взяла без примерки. Оказалось, она на меня велика, поэтому, скорее всего, она отправится в продажную кучку. Я, конечно же, когда примеряла, не могла не испачкать ее тональным кремом. Люблю я тональным кремом все вокруг заляпать. Нравится, вообще люблю. Я не раз говорила вещи о Tommy Hilfiger. Мне, сколько я не покупала, очень всегда попадаю на качественные вещи, приятные к телу. Что тут говорить, бренд, он есть бренд. Следующая покупка — это юбка, очень необычная. Она напоминает мне вот брюки, которые я в самом начале показывала, бежевые, да, вот такие вот на завязках, так и она тоже завязывается. Здесь много всяких деталей всевозможных, и... можно ее носить самостоятельно, да, вот так вот, намотав все эти детали, можно поскручивать, можно их с собой между собой поперевязывать. Опять-таки, вспоминая всю мою рубаху, вот эту белую, я бы носила эту рубаху, а сверху вот эту вот юбку. И за счет того, что рубаха длиннее, она бы слегка выглядывала, было бы очень, как мне кажется, актуально, да, так интересно смотрелось, такая многослойность игривая получилась бы. Если присмотреться ткань, здесь мелкая клетка, ну и вообще, что-то в этой юбке меня впечатлило, я до сих пор не могу понять, что. Как-то она меня так зацепила, что я так не глаз и не глядя взяла. Следующая покупка — это вот такая вот замшевая, натуральная замша, жилетка с очень интересными деталями. Здесь бахрома, перекрестные линии, шнуровка. Она такая вот тяжеловатая, увесистая, но она очень крутая. Тоже, знаете, берете обычные джинсы, самые базовые, джинсовую рубаху, такую жилетку, и получается а-ля ковбойский стиль. Берете какое-нибудь, допустим, черное платье, базовое, скучное, такую жилетку, и получается casual стиль. В общем, тут можно сколько угодно образов создавать, мне она очень нравится, я довольна покупкой, тем более... Мы заплатили за нее 56 гривен в Хумане, по-моему. То есть, ну, это совершенно недорого и очень доступно. Еще одна вещь, это Джозеф... Лирс, Джозеф Ли, я могу неправильно произносить, Made in Italy. Я, сколько я понимаю, это какая-то натуральная ткань есть, нить в составе, но нету бирки, чтобы я прочитала вам. Безумно крутой цвет, такой вот изумрудный, правильный, она нереально теплая, и мне нравится вот такая вот вещь, как смотрится под кроссовки, под кеды, очень, так вы знаете, комфортно. Я примеряла ее с белой рубашкой, с белой водолазкой, мне кажется, с белой рубашкой будет не менее круто смотреться. Здесь не хватает бабуськиного кардигана, как я их называю, такой крупной вязки, какой-нибудь бордового цвета, бежевого цвета. В общем, такая вот базовая юбка. Сзади еще есть пуговички, которые можно застегивать, а можно расстегивать. Опять-таки, моя рубашка, не рубашка, а куртка от Wrangler смотрелась бы просто потрясающе круто вместе с ней. Вообще, изумрудный цвет мне очень-очень нравится в этом сезоне. Заключительная вещь, которую бы я хотела вам показать, это плащ натуральный, Bugatti. Оригинал. В идеальном состоянии. Случайно мы вообще его нашли. Если бы кто-то у меня из моих домашних, из моих мужчин носили бы вот такой вот плащ, я была бы рада. Но, к сожалению, моих стилей немножко иные. В нем нет ни единого дефекта, и поэтому я его буду продавать. Он просто шикарная вещь. Посмотрите, тут куча деталей. Даже мой Боря, который вообще вот в тканях разбирается так, натуральное-ненатуральное, когда мы снимали это видео, говорит, подойди поближе, сними саму ткань, само качество ткани. То есть он был в восторге, насколько он непривередливый. Вообще для него это такие вещи, знаете, абсолютно неважные. Плюс он обратил внимание, что когда застегивал пуговички,
что они настолько вот узенькие, вот эти вот петельки, что еле-еле протягиваются пуговички. То есть это означает, что его практически не носили. То есть это, ну, вещь новая. В таком состоянии Бугатти. Я в шоке просто. Мы тоже купили недорого. Я уже не помню, где это была покупка летом совершена. В Шафе, по-моему, в Шафе мы взяли его. В общем, вот такая вот мужская штуковина у меня есть. Сегодня я буду заканчивать свой обзор. Но поверьте, еще много чего могу вам показать, рассказать. И помните, я говорила о марафоне 30 дней без покупок. Так вот, я согрешила, я купила две вещи, а потом еще и третью вещь, мега крутые, и очень скоро я вам покажу. Поэтому, чтобы не потерять меня из виду, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходило оповещение о всех новых видео. А также не забывайте о моем инстаграме, потому что я очень активно веду его и всегда рада новым подписчикам. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Напишите, пожалуйста, что вам понравилось из сегодняшних покупок, а что нет. Или чтобы вы никогда не купили, вообще считать это ненужным вложением. Спасибо, что смотрели до конца. Целую, люблю. Пока.